сказать. Рома, как тренер, уже давно имеет своих учеников. Вот, как-то прозвучало по-дурацки. Вот, занимается с ребятами, у него есть своя группа, называются они «Аванти», друзья. Ребята тоже подготовили номер, Рома поставил постановку. Давайте же посмотрим ее, поприветствуем аплодисментами. «Аванти»! Впервые на сцене. Вообще хип-хоп на сцене, это, как вы понимаете, немного такое.